С огромным, да с большим удовольствием я говорю про тех, кто работает рядом со мной. Потому что тот, кто работает рядом со мной, он тоже же обязан получить мое внимание в том числе. Ленина 6, напротив моего дома практически. Есть место, мимо которого я не прохожу, потому что у меня есть кошки. А если есть кошки, то как же без замечательных кормов-то? И естественно, мы здесь покупаем. И для вас есть такой магазин под названием «Лапушки». И вот здесь и для котов, и для собак, и для всех остальных есть то, что поможет вашему животному жить достаточно долго. Вот оно счастье там, где я живу. Такое радостное-радостное. Когда рядом со мной открывается все то, что должно было быть открыто с момента становления, но не в этом государстве. В нормальных государствах все первые этажи всех улиц отданы для работы с населением. А здесь все как-то не так. Ну и теперь-то становится получше. Да, часто хожу. А вот раньше, помните, вот не было же этого магазина? Да, не было. А сейчас гораздо интереснее, потому что рядышком? Да, рядом дома прям находится магазин. А какие у вас кошки? У меня сиамский кот. И для сиамского кота вы здесь все покупаете? Да. Как и каждый нормальный котовод, я должен задать себе вопрос. Чем же кормить моих животных? Вот, я его себе задал. И при этом включил свои исключительно небольшие мозги. Вот, и залез туда, где вы не бываете. Это aol.com. То есть это американский поисковик, который еще с момента самого основания интернета работает. Вот, американский поисковик мне дал элементарные вещи. То есть кормить надо роялом. Я залез на Amazon, говорю, чем кормить? Естественно, в большинстве случаев кормить животное необходимо именно Royal Canin'ом. Вот. Что такое Royal Canin для России? А вот он. Это все здесь, естественно, для всех кошек, для всех собак и даже для моего кота. Да, это будет. Да, сегодня слава Royal Canin'у. И непонятно, почему славу не оплачивает Royal. Извините, пожалуйста, у вас собака, да? Да, не кошек. Похоже. Да, слушайте, клево. А как собака себя ведет? С ними лучше, зубы чистит чаще, воняет изо рта меньше. А вот эти вещи где вы покупаете? Здесь, на Ленина 6? Потому что здесь ближе. То есть это вот хорошо, когда есть рядышком, прямо... Конечно, согласен с вами. Естественно, раз все-таки мы разговор про интернет ведем, то как же все-таки кошку-то кормить необходимо? Вот, естественно, Royal Canin, но там не совсем Royal Canin. Сейчас объясню. В Америке, в нормальной Америке, котов, и не только котов, кормят, знаете чем? Кормят желе различными. Вот у нас пока не то направление, но в принципе желе-то у нас есть. Ночной охотник в различной комплектации, есть в стекле, есть вот такое небольшое. Телятина и индейка. Вот, есть котенок, есть браво. В общем, вот посмотрите, сколько здесь всего. И это тоже для вас, потому что животное должно питаться еще и кормами, в которых все-таки есть небольшое количество влаги. А так посудите, однокомнатная хрущевка и столько товару. Да потому что человек знает, как правильно кормить всех животных. Честно, ступить-то некуда, но понимает, что и для котят со двора, и для супер-мега-котов есть все. Как и для собак. И для всего того, что дышит кислородом. То есть для всех животяк рядом с вами. Наши животные все-таки дома живут, да, правильно? На улицу не выходят. Нет, не выходят. А для того, чтобы... 18 лет у вас кошка живет? Отличный вариант. У нас немножко поменьше. Вот, мы тоже кормим их здесь, покупаем на Ленина 6. Вам здесь чем нравится? А во-первых, рядом с домом мне очень удобно. И во-вторых, у них цены приемлемые. Скидки часто бывают. Неудобно здесь. Вы подумайте, сколько у нормального человека может быть животных. То есть у нормального человека одно может быть животное, ну два. Вот у этого нормального человека 6 котов и 3 и 5 котят. Но я нормальный человек, потому что мне нравятся животные. Вот. Естественно, своих животных я кормлю большими кормами. И вот они только там. Это Royal Canin. Это много. Вот. Но если бы у меня был бы один кот, я бы наверняка его все-таки кормил вискасом. Потому что
Ну, потому что по-другому-то и как получается, если он хочет этот вискас. А какая киска не купила бы вискас, тем более, который есть здесь в огромном ассортименте и наличии. А так и мне жена говорит, брось ты это телевидение. Вот такое бы место было бы и для нас. Но телевидение — это то, что необходимо нести одним человеком, потому как этот человек показывает вам, как надо жить. То есть больше товару, больше услуг, больше того, на чем зарабатывают деньги миллионы. И может тогда мы станем жить-то нормально? Конечно, таких центров должно быть море. Конечно, надо кормить животных правильно. А как иначе-то? Для меня было ранее непонятно, как в районе вокзала открылся такой магазин, где есть буквально все. Ну, изначально началось с того, что я занималась кошками. То есть был питомник, кормили роял канином кошек. И поэтому как бы потихонечку потребность такая возникла и открылся магазин. Я обращаю внимание, что роял канинов здесь просто много, а есть то, чего нету нигде. Потому что я только у вас, своему замечательному коту, покупаю корм. Ну, стараемся, ассортимент расширен. По роялу у нас самые низкие цены в городе. Также влажный корм, вот тоже снижена цена. И вот здесь получается, мы уже видим то, без чего коты не могут, то, без чего не могут птички, то, без чего не могут любые другие животные. То есть, по сути, у вас есть все? Да, ассортимент богатый в магазине, поэтому есть все. Ну и для тех, кто хочет, живя в районе вокзала, жить со своими питомцами правильно. И для него повторяем адрес. Проспект Ленина, 6. Просто заедьте и посмотрите. Ну вот так оно и получилось. Я вам быстро рассказал, как правильно кормить ваше животное. Причем не важно смотреть на рекламу и думать, что кто-то вам чего-то там парит. Без разницы. Если у вас кот на вискосе, то пускай он вискос и кушает. Если на пурине, то и пурину пускай ест. Если на роял канине, то почему и нет? А если ест все подряд, в том числе и с вашего стола, то есть и ночные охотники, и все остальные там вещи, которые там много здесь, все это в наличии. Я просто понять не имею, как это все можно было уместить в однокомнатной квартире, но тем не менее. Вот так, в однокомнатной квартире на Ленина 6 здесь размещается магазин «Лапушки», в котором все, что нужно и для кота, и для собаки, и вообще.